Девочки и мальчики! Ой-ой-ой! Поехали мы к доктору, блин! Ой, все вылезает прям, хочет вылезти отсюда. Вон. Поехали мы к доктору! У нас же сегодня назначена прививка для Шерри. Поэтому будем делать прививку. Кто-то, наверное, скажет, что еще рано, я не знаю, но доктор сказал, пора. Поэтому будем делать прививку. Поехали вместе с вами. С волосами у меня сегодня нечто. Ну, ладно. Вообще, честно говоря, мне нравится. Когда есть что показать, то можно показать. Даже если это очень лохматое. Нет, оно не то, что лохматое. Конечно, оно расчесанное, но не уложенное ничем никак. А просто вот так. Живенько, так скажем. Как скажет Людмила Прокофьевна. Едем. Кольчика, ты готова? Ты готова укольчик сделать? Конечно, не готова. Никто из вас, из малышей, не любит укольчики делать, да? Шерочка поедет на большой массине. Ой, ой, да ты моя девочка любимая. А утром мы с ней так нежились. Утром мы так с ней лежали. Вон папа поехал. Сейчас машину выгонит из гаража, и мы поедем, да. А ты никуда не пойдешь. Ты вот в этом домике у меня сейчас поедешь, да? Да, моя милая, на канале говорят, хватит вам кошку показывать, канал превратился в кошатник. Да, девочки, согласна. Но, знаете, я показываю на канале то, что у меня в сердце. Вот у меня сейчас в сердце этот ребенок, и это будет на канале. Когда ребенок вырастет, растворится, наверное, как говорится. А пока маленький и растет, и для меня это все новое. Ну, что же делать. Кошатников достаточно у меня на канале, поэтому все нормально. Поехали! Поехали! Ой! Тащим, тащим, тащим Гулечку мою. Тащим, тащим, тащим. Та-да-та-да-та-та. Сейчас. Smell like chlorine. Why? Maybe someone had their house cleaned. Кто-то хлоркой моет дом или что-то так хлоркой воняет. Yeah, I smell it, yeah. Very, very much. Someone has their house cleaned. Yeah. Okay. Кто у меня здесь будет сидеть на рюках-то? Ну-ка, надо пристегнуться. Что, поехали, побежим? Куколка моя. Все, отъезжаем от дома. Девочки, мальчики, видео последнее про историю, как мы ее потеряли. И, конечно, фурор. Столько комментариев, столько историй, как люди искали своих кошек, собак. Это так интересно на самом деле. Одна женщина вообще написала, говорит... У нас, говорит, котенок один раз исчез на целый день. Мы, говорит, его даже искать перестали. Ага. Мы, говорит, даже его искать перестали. И, говорит, потом вечером сам вышел. И она говорит, что после этого каждый день, говорит, куда-то уходила кошка или кот. Потом вечером приходила. Так, говорит, и не знаем, где она там спит. Представляете? Ну, вот так вот. Что там еще мне написали кто-то? Кто-то еще не помню. А, что типа не, с ума не сходите. А, значит, коты вот они такие. Она, видимо, от вас отдыхала. Но, во-первых, конечно, когда мы ее начали искать, сказали, что напугали мы ее. Когда мы ее начали искать, мы искали-то спокойно же сначала. Это мы потом как умалишенные орали. Как резаные. Просто как резаные по дому бегали, орали. Конечно, она, видимо, еще больше боялась. Но, опять же, это для нас все новое. У Винсента были раньше коты, но не домашние. Они гуляли по улицам. Вот, а тут для меня так вообще новое все, поэтому я тоже учусь, меня тоже наш Шерри учит. Куда ты хочешь выбраться? What did you say, baby? Gonna need to get her a cat cage, you know, a little carrying cage. Надо, говорит, для кота клетку, говорит, купить, чтобы ее перевозить. Ну да, она прям вылезает отсюда. Чего ты вылезаешь-то, милка моя? Куда ты полезла-то? Так туда нельзя. На большой машине же едешь. Ну, давайте покажу, чего тут у нас есть. Ой, ты моя маленькая девочка. Вон, смотри-ка. Ой, машины большие ездят. She's shaking. Ой, здесь какие-то мои. Ну, she's not shaking at all. She look at the cars. Look at her. Ну, вот сюда тогда сиди. Угу. Еще как она будет укол этот воспринимать. Хотя я ей в прошлый раз делала антибиотики. Okay. Так она и не почувствовала. Да, Шерочка моя любимая. Ну все.
Сиди, не могу я тебя на пол куда-то поместить. Сиди здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ушки-то прижало. Непонятно, что за скорость, почему. А что это такое? Шерочке надо что-то показать, что ли, да? Ну, давай. Ты уже взрослая у нас девочка. Ты можешь смотреть, куда мы едем, да? Ну. Ой, какие дороги большие. Ой-ой-ой. Так я тебе и говорю, что ты не захочешь смотреть-то, наверное. Иди быстрее в домик, спрячься и сиди там так хорошо. Там мама тебя там будет лелеять, беречь, гладить. А тебе надо все куда-то, куда-то надо, надо, надо. Куда тебе надо, скажи? Куда ты хочешь идти? Тут острые... Сейчас застрянет между сиденьями на уши ногу у нас так. Шиво на сит, на пассенджер сит, like that. На пассажирском сиденье хочется сидеть, как мама. Что она же тоже взрослая девочка. Она же тоже, она скоро и рулить у нас будет. Нас куда-нибудь возить. Да, Шерри? По-моему, дождь будет сегодня. 100%. Не было заботы, купила баба порося, как все пишут. Но я хочу сказать, наверное, по-другому. Не было такого счастья, а вот теперь счастье привалило. Счастье самое настоящее. Поэтому... У меня же день рождения, девочки, 17 августа. Винсент мне купил что-то. То есть, короче, сделал резервацию. Зарезервировал что-то на одну ночь. Мы поедем. Знаю, что в Святой Августин поедем. Вот. И говорит, значит, зарезервировал, а потом говорит, ой, а у нас же кот. Я говорю, молодец. Короче... у нас кот будет одну ночь с Надей. Надю-то все знаете, да? Вот к Наде кота отправляем. Надя говорит, будет, может, видео нам делать с нашей Шерри. Надя говорит, давай я, говорит, с ней понянчусь. Да-да-да, Надя в Диленде опять живет. Как бы давно уже живет. Ну, как бы я ничего не говорила. Как бы не мое дело рассказывать что-то. А вот... Так как она кота согласилась взять, я говорю, Надя, можно сказать, что я кота-то к тебе отнесу? Она говорит, ну а почему нет? Ну вот я вам рассказываю. Кот будет с Надей и с Вильямом. И с ее собачками. Поэтому, почему, чего, почему переехал? Даже не задавайте мне вопросов. Ничего не отвечаю, никому ничего не отвечаю. Дело не мое. Спросите у нее, может, она вам ответит. Там, в принципе, никакого секрета нет, ничего особенного нет. В общем-то, ну, можете считать, что не понравилось им там, и они приехали опять сюда. Вот. Ну, вообще, Майами ни за что бы никогда не поехала жить, на самом деле, это просто... Даже начиная с того, что там такой огромный трафик, такое движение, что просто с ума сойти после того, что у нас. Ну, в общем, вот так. Поэтому котенок у нас пристроен на одну ночь. Он вылезает, вылезает. Вылезает моя куколка любимая. Чуп-чуп. Ой, сирену надо ее туда запихивать, чтобы она не вылезала. Сиди уж, балдей. Thank you.
Приехали. Приехали к доктору. Шерочка, на большой машине приехала. Как взрослая девчонка-то. Ох, задницу подставляй. Сейчас тебе большой иголкой маленькую попку. Ой, мама будет переживать. Ой, куда же мама-то опять ее несет? Сейчас она запах учует. Она же чувствует тоже по запаху. Ой, давай, сиди пока здесь. Сейчас доктор придет, будешь на него шипеть сколько хочешь. Эти кошечки. Я, знаете, вот я думала, что может будет вот такая, вот с таким окрасом кошечка у меня, да? О, это-то вообще мечта, вот такие коты. Но думаю, у меня будет примерно, сейчас покажу, типа вот такой будет, или вот такой. Фалконе. Бэйби. Узнали нас. Сказали, о, это малышку, которую привезли. Да. Смотрю. Представляете, это что за кот? А, это персидский кот. Ничего себе такой, да? А это шотландская вислоухая. Это тоже персидский кот. Посмотрите, какие красоты. Какой-то гималайский кот. Посмотрите, гималайский. Это вообще что-то. А это вообще Америка. Американский шортхэр. Офигительный. Это тоже персидский. Это что у нас? Ориентал. Ориентал тоже, кстати, классный, с огромными ушами. Ну, думаю, что у меня кот или вот такой. Ну, вот у нее сейчас вот такие вот, типа, полосочки, да? Или вот такой. Кстати, да, вот это вот и есть Russian Blue. Посмотрите, какой. Ну, нам потолще бы надо откормить. А это вообще, смотрите, тигр. Бомбей какой-то. Офигеть. Oh, this is him, Russian Blue. That's her. Че я говорю все время him? Он, котенок все время, котенок. Шерри, а у кого такой белый нос, как у тебя? Не знаю. Or maybe this. Or maybe this. I don't know. This is really beautiful one. Yeah, that's what John has. Yeah. Ну, в общем, все понятно. Сфинкс. Винсент успокаивает свою малышку. You think she's scared? No, not yet. She's looking around. Я говорю, думаешь, она боится? Он говорит, думаю, нет. Where am I? Yeah. 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 She grow. Is it girl? Girl. Yeah, girl. Yeah. She's big. We found her. She was like three weeks probably. Oh, really? Yeah. Yeah. Смотрите, собачка. Питбуль. Ох, какой красивый. So beautiful. Ох, какой вышел. Питбуленок толстый. Лосница. Ох. Well, she's really scared. Yeah? Like, what was that? Она, говорит, очень испугалась. О. Но ты бы была вообще просто как бутерброд с икрой для этой собаки. Винца говорит, не трогай. Говорит, не бойся, никто тебя не тронет. Видишь, как он ее, этот. Вот дядечка еще один идет. Что-то без собачки, без кошки. Мышка, может, в кармане, не знаю. Может, червячок. Всех надо полечить. Вызвали. Идем. Здравствуйте. Узнали нас? О, а мы уже большие. С камеры ты смотри, да. Интервью будете брать. Мы уже большие. Еще маленькие. О, уже для нас это большая. Стол дали. So, wanna show him that lump on his back? Yeah. Что-то у него здесь вот такое, как этот, то ли укус, то ли что, я вот здесь. Okay. Прям я же вот чувствовала. А, вот здесь. Что это такое у нее? Okay. Как болячка какая-то, да? Да. Не знаю, что это. Я помазала этим оутментом, который вы мне дали. Ну, не знаю, что это даже. How long was that here? Вот я только вчера увидела. Oh.
could be bite from another cat, if you have other cats. No, we don't have cats. Anybody. We don't know if it was there. It could have been there from the very beginning. From the beginning. Может. So it's not just a tick or anything. She just noticed yesterday. So да. I won't worry about it. Okay, she needs your words. We need some shot. Kitten shot. First shot, yeah. Yeah, kitten shot. Ох, сразу убежала, да? Уже все, не хочешь вылезать? Все хотела вылезать. А? Кукла. Нам же это зона голд, я? Safe zone. Ну, а что же, бумажки разбирает? Ты посмотри-ка, твою историю смотрит, да? О, Шерри. Внимательно смотрит. She's not blind. Right. She's not blind, she's not crippled. Right. Okay, so we'll give you a kitten shot and the warming. Okay, да. Repeat. Да, еще от этих листов. One more time, so bring her back in 3 weeks, and then 3 weeks for boosters. А ничего, этот не будет, не можешь поднять твою температуру, просто чтобы мы знали хотя бы, если после прививки может температура подняться? Может. То есть на это внимание не обращать, или можно давать ей антибиотики, вы дали, у нас до сих пор есть? I noticed on her ears that she's losing some of her fur on her ears here. It's okay. Yeah, where? Right there. Температура была большая. Да, температура была 103. Да. И мы давали ей... Сейчас померяем температуру. Да. Окей. Ой, к папе прижимается. А как домик-то свой полюбила сразу? Now she loves her little house, huh? That's safe zone. Ну, давай, моя девочка маленькая, сладкая. Ну, она знаете, как у нас вчера спряталась? Мы ее не могли... 100. Супер. Good. Окей, значит, она на антибиотиках уже сколько, 10 дней? Не, неделю вы сказали, мы 2 раза в день на неделю давали и все. Ну, вы купили 1 октября. Да, 1 августа. Да, сегодня уже 11. Ну, она у нас неделю была после этого, неделю и все. Мы сейчас, она у нас просто до сих пор стоит в холодильнике, я говорю. It's expired already. Once you put water in those drops, it's only good for 2 weeks. I did not put any waters there. Перепутали. Доктор в воду туда клал в это лекарство, чтобы мы ей давали. Ну, не бойся. Температура у нас 100. 100, 100 ровно. Это очень хорошая температура. Сейчас проверим уши. Укольчик сделаем. Винсент. Окей. Шерри. Пари. Nice and clean. Клин? Yeah. Я не чистила ей уши, я просто не знаю, как их чистить. Take a Q-tip. Ага. Царапается, что ли? She's a biter. Hold on, buddy. Боится. Окей. Okay. Okay, so вообще уши надо там чистить ей, да? Как? Once in a while, yeah. А как, просто Q-tip и все, да? Take a Q-tip and wipe. А можно чем-то обмакнуть этот Q-tip или нет? Или просто сухим? Можно обмакнуть, хайдроген пероксид нужно, алкохол. А вот здесь вот у нас еще как будто шерсть этот, пропадает сухо. Нормально, не знаю. Просто я хочу поубедиться, что нет лишая никакого. Нет лишая ничего. She's scratching the ears? Yeah, a little bit. Scratching the ears. Yep, scratching around here, scratching okay, the ears. Okay, let's put you on ear drops. Ear drops? For the ears. Okay. For possible infection. Okay, I'll show it to you. All right, let me give you first kitten shot, the warmer, and the ointment. Okay. Hold on. I never see her scratch her. Yeah, she does a lot. She does? Yeah, she's... Я говорю, я никогда не видел, чтобы она чесала уши. Винсент говорит, right there, see her, she's itchy, but she likes to be rough. Yeah, but here they all scratching like that. Well, she's been scratching her ears, you could see. Ну, на всякий случай, все равно они не повредят эти капли для ушей, да? Ну, хорошо. Okay. Ты моя шлепотюлечка. Ой, папа, это тебе не помогает, да? Папа футболка и Шерри одного цвета. Шерочка, папа-то тебя не даст в обиду, не переживай. Так, укольчик, ну-ка, Шерочка. Ой!
She doesn't even, она даже не почувствовала. She could once again. Okay. Whoa, she's jumping into her house. Yeah. Ой, она даже не почувствовала, даже не пикнула. It goes under the skin. Вы знаете, как вчера ее потеряли в доме? Мы думали, она убежала из дома. Мы чуть с ума не сошли. Ой-ой-ой-ой-ой. Okay, все, okay, все. Okay. Это мы посмотрим, червячки есть у нее. Poop worms or not. Сейчас посмотрим. Здесь такой этот, как он называется, микроскоп. А что, в микроскопе прям видно, как они ползают? Нет, видно eggs. Яйца. Да? Угу. Ну-ка. Больших не, взрослых не видно, но яйца есть. И сейчас есть? Вот я ищу, пока не вижу. Ну, значит, а было до этого много сразу, да, сразу было, увидели? Да, было, позитив, да. Но, no worms, no. Нет, но все равно на всякий случай надо дать, да, еще раз? Надо дать, да. Да. Окей, so I'll give her the warmer, ointment for the ears, and that's all she needs. Спрятала. Does she have worms? No, she doesn't, but we need to talk one more. But I'll give her the warmer anyway. Take her out. Yes, I'll give the warmer and put ointment in her ears. Шарочка. Ну, конечно, ты бы сейчас за диван-то спряталась с удовольствием, как вчера. I say she would hide it behind the couch right now. Very yeah, good. Very fast. very fast. Everything's good. You did good. Very good. Very good. Oh, ты моя куколка любимая. You did good. Okay, buddy. Okay, come on. Давай. Mouse. Come on. Good for you. Good for you, buddy. Come on. Ой, ти-ти-ти-ти. Окей, окей. She's drooling. А когда мне ее можно помыть? Ну, кошек обычно не моют. Ну, я так как ее нашла на улице, думаю, хоть раз-то мне надо ее помыть. Или после, наверное, после... Да, пускай она подрастет. После укола нельзя, наверное, мыть, да, пока? I would wait. I would wait until she gets a little bigger, stronger. Okay. Okay, now the ointment for the ears. Сейчас. Ушки тоже что-то сделают нам, и все. Oh boy. What? I always worry when they get medicine, it doesn't make them sick. You okay? Even if it's gonna be a little bit temperature, he said, it could be, that's fine. It'll be all right? Okay. То есть этот, значит, антибиотик надо выкидывать, а я его хранила. No, that antibiotic is already expired. Okay. Шарочка. Oh, don't worry, everything's good now. Everything's good. Видите, какой у нас хороший папочка. No, 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 don't let her, because you have to grab her from there again. Да, ты обиженная, да? Ты обиделась. А ты обиделась, то ли, на кого? Ты моя матюлиська. Want to ask many questions? А? No? Ask. What questions you want to ask? I don't know about her belly, they're so big. No, а что дать ей, если вот она, допустим, никак, а два дня, допустим, что можно дать? Что такое вазелиновое масло? Я читала, но я не знаю, где такое взять. Вазелиновое масло какое-то все говорят, нет? Что дать кошке, чтобы вот она, ну, стул у нее был? Если вдруг будет constipation, что дать? Well, constipation, we have special... But I don't want her to get used to it. Uh-huh. Yeah. Let her go. She will go. Okay. No, she right now once a day, it's okay? Once a day is perfect. Oh, I thought she have to do it like two times. No, mm-hmm. She does it once every other day. It's okay. Whatever. One time she was skipped. She goes on her own. I don't want her to put on the table. Oh, okay. Yes. She will get used to it. No. Сиди. Видите, говорить не надо пока никаких, чтобы она не привыкла ко всяким этим. Yes. Так. А у нас вот такой вы нам дали, погодите. Ну, нам такой есть? Дали, да. Okay, в точности такой же, даже не распечатывайте. Okay, use it. Да. Right. Вы нам дали такой, то есть у меня есть еще. Я хвост мазала им. Okay. Да. Господи, это тут выход. Скажи, господи, да когда же, хоть вы меня домой уже повезете. I'll show you what to do. It's, okay. It's different, but it's the same. Ага. So once a day, take the tube, put it inside. Okay. Once, twice. Okay. Massage it. Okay. And on this
tips also put a little bit on it. Okay. Yeah, so she doesn't. Yeah, I have those, yes. You know what I mean? Once a day, a few days, maybe 5-6 days. Okay. Should take care of your problem. All right. Yeah. That wasn't bad. That felt good, didn't it? Yeah. But, all right. Okay, so that's all she needs for today. Yes. Yep. So when we have to go to another shot, говорю, когда мы. Когда на укол опять? Три недели. Окей, мы сделаем по этому. Мы позвоним и сделаем по этому. Да. Через 3 недели. She's doing good. О, yes. А у вас есть весы, чтобы взвесить его? Нету? Well, if she's asking if I can weigh her, if the scale moves, I would say she's about 1 pound. 1 pound? Maybe 1.5. Yeah, maybe. If the scale moves. She needs a post stamp. Post stamp skin. Видите, не взвешивает. На ось тут, видимо. 1 pound. Uh-huh. But she's normal. She has normal weight. Uh-huh. All right. Ну, я дома взвешиваю ее на кухонных весах. Okay. Temperature's okay. All right. So. Okay, so incubator equipment. Все? Больше не боишься? Okay. She's not afraid anymore. Tavis. So, ой, какая ты побитая. Одно ухо вверх, второе вниз. Все давай. And the warning. Видите, как вот раньше в поликлиниках СССР прям писали от руки. Мне так нравится. Ну, я так и пишу. История болезни, карточку нам выдавали. Да. Окей, in 3 weeks. That's what you want to November, в начале сентября. September 4th. Okay. Monday. Monday's good. Yeah, Monday's good. Absolutely, yeah. Labor Day. So bring him the fifth. Okay. Fifth. Tuesday, welcome to one. Good. Mm-hmm. Okay, and then one more time in 3 weeks. September 5th. Okay. September 5th and 26th. 26th, right before we go on vacation. 27th, we're going on vacation, right? 24th. 24th. So 26th. Yeah. What? Because we got to bring back the 26th of September. No, we're going to be out. Мы будем в Европе 24 сентября. Okay, so bring her before yeah. or after. Yes, okay. It's wonderful. Not a big deal. That's fine. But next time will be September 5th. Okay, mm-hmm. Да, 5 сентября. Такая смешная ты сейчас, что-то у меня. Okay, so she needs good. She looks good. Good shape. She's in good shape. Good. Very yeah. good shape, yeah. I worry about the little she's girl. She's happy, she's looking around. Oh, yeah, yeah. She's very good. She's playing so much right now. Yeah. She's a kitten. Oh. Who's that guy? What's going on? Шерочка моя. Нормальный доктор. $103 всего мы заплатим. Это вообще... Вот нам нравится так все здесь. И цены нам нравятся. И Шерри перестала бояться. Только одно ушко у нее вот опустилось. Да ты у меня как Афоня выглядишь сейчас. Шерри. Шерочка-то хочет домой, на свой диванчик. Да куда же меня увезли? Да хоть привезут ли меня обратно. Скоро поедешь к Наде в гости. Надя тоже там тебя будет развлекать. Да-да-да. На один денечек. Oh, so what do you think? Oh, perfect. I think she took it like a trooper. Yeah. You did good job. Укол говорит, как полицейский выдержала. Трупер это полицейский. Вот она говорит. Винсент Рия говорит, take as trooper. Okay. Thank you so much. These shots won't make her sick or anything. It might make her a little bit sleepy, yeah. Sleepy, that's fine. Sick, but sleepy. Okay. Видите, вот можно спать после укольчика. Ну ничего, она у нас так спит целый день. Yes, thank you so much. You're welcome. You should be a correspondent for the news channel. Yes. She is. Actually, I show it on my channel, your clinic, and say it's very good clinic. So. Oh, okay. Yeah. Thank you. Yeah. All right. Да, очень хорошая клиника. Thank you. Okay, счастливо. До свидания, спасибо. Мы счастливы. Bye. Окей, okay. Ой, мои собачки пришли какие. Все, мы домой. Мы поехали домой. И не нужны нам никакие фэнси больницы, где за один визит $1000 отдают. Посмотрите. И, значит... И
от червяков в рот положил и сделал, значит, эту укол. И, значит, что он там еще сделал? Посмотрел, нет ли у нас, значит, червяков. Нам бы посчитали в той клинике опять $1000. А тут $103 за все. Это вообще для нас просто, по сравнению с тем, это, не знаю, прям как будто на троллейбусе проехали, как говорится, заплатили за билет. Вот так, да, Шерри? Скажи моих родителей, чтобы меня тут не грабили за меня. Правильно, Шеренька? That's good doctor. Oh, yeah. Very good doctor. He's not after money, he's after health of the animals. Yes, he is. He's very That's for sure. That, right? That's very for sure. Good. Вот видите, вот эта клиника. Александр Фрейман, DVM. У него, я хочу вам сказать, больше 20 лет стажа. Так что вот. Best doctor, I'll tell you. Yes. I would take my cat anyway. Все познается в сравнении. Сначала мы такие, что-то он там блох не проверил. Господи, да блох-то мы сами проверим, как говорится. Но зато вот у нас и укольчики, все хорошо. Так что ставьте лайки. Yes, Винсент? Ставьте лайки. Короче, приехали мы от доктора. Смотрите, на упаковке прям Шерри. Это нам крестная мама, Оксаночка, купила такие две упаковочки. Вот одну Шерри съела, и вторую сейчас я ее буду кормить. После доктора, наверное, она кушать хочет. Смотрите, вообще просто Шерри. Это просто Шерри. Сейчас посмотрим, как она будет кушать.